Привет, друзья! Вы на канале Funny Annie. С появлением больших сестричек LOL Surprise Under Ups мы узнали новые буквы из секретного письма про потерянных питомцев. Теперь у нас есть 6 букв. N и A из малышек LOL, E и T из питомцев, и буквы O и G из больших сестричек. Сначала я думала, что все буквы разные, так как символы под буквами не повторяются. Но с появлением последних двух букв я поняла, что буквы будут повторяться, и под разными символами будут одинаковые буквы. А раз буквы могут повторяться, то и вариантов имен питомцев очень много. Чтобы их отгадать, нужно ждать новых букв. А значит, без второй волны четвертой серии не обойтись. Первого питомца могут звать Agent Fox или Agent Dog, агент лиса или агент собака. Как героев мультфильмов «Путешествие лисенка», оригинальное название Agent FOX, и секретные материалы псов-шпионов, оригинальное название The Secret Files of the Spy Dogs. Со вторым питомцем все сложнее. У нас есть всего две буквы. Но если буквы будут повторяться, то вторым может также быть какой-то агент, Agent. Кстати, судя по мультику, появившемуся на официальном сайте LOL Surprise, поиском питомцев занимаются куколки Pop Hurt и Bling Queen. Как вы думаете, питомцем какой куколки станет Agent Fox или Agent Dog? Напишите в комментариях. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем спасибо и до новых встреч!